Понимание дорожных сил. Почему мы балансируем колеса? Мы балансируем для того, чтобы избежать дискомфортную вибрацию, которую можно чувствовать, когда неуравновешенное колесо перемещается на скорость. Но балансировка не единственная причина, по которой колеса и шины вибрируют. Автомобиль может иметь 4 идеально сбалансированных колеса и все еще испытывать вибрации. Вибрации могут также быть вызваны плохой кромкой колеса, тем, как шина сидит на ободе, или конструкционными характеристиками шины. Эти факторы способствуют образованию дорожных сил, которые являются изменяющимися силами взаимодействия колес с дорогой. К счастью, подобные реакции колес легко исправить, если вы можете измерить их. Балансировочные станки симулируют усилия дороги, прижимая ролик к шине с определенным усилием. Ролик имитирует усилия дороги для агрегата, и балансер предлагает коррекции для того, чтобы уменьшить суммарную вибрацию колеса. Наиболее распространенными корректирующими действиями является процесс вращения шины относительно обода для уменьшения дорожной силы, метод проминания боковины шины для того, чтобы улучшить прилегание новой шины к ободу, или перестановка колес с большей вибрацией в менее чувствительными. Таким образом, для исключения или уменьшения вибраций колес и шин требуется измерять и исправлять силы, возникающие при реакции колес с дорогой. Балансировка всегда необходима для того, чтобы исключать вибрации при движении автомобиля.